Вильям Хенриц, художник-импрессионист, родился в Голландии. Воздушные акварели художника окружены ореолом цвета, легкости и какого-то особенного настроения отдыха и покоя. Используя в акварелях свой неповторимо мягкий цвет, он словно колдует с помощью кисти, создавая романтический мир красивой иллюзии. Такие работы мог воплотить только светлый, тонкочувствующий человек, до сих пор верящий в сказку. Глядя на его картины, ловишь себя на мысли, что хочется отбросить все-все дела, сесть на велосипед, надеть соломенную шляпу, взять в охапку букет полевых цветов и умчаться куда-нибудь к морю, забраться на утес, подставив лицо теплому ветру.